перезарядился? Да. Ну вот. Та-дам! Пожалуйста. Давай. Ну тогда, не знаю, ты создай себе торсион, и я себе создам. Две штучки себе сделал на всякий случай. Так. Черт, ладно, я буду таскать себе с собой зонт, окей? Давай. Так, посмотрим, что у нас. Я две штуки сделал. Две? Ладно, я одну сделал. This looks pretty lethal for science equipment. So what do I do with it? The research says the scientists took their readings internally. У меня две штуки. So, I guess we have to pry open the specimen's belly? Well, that would explain the harpoon guns. Oh, good. Ну, отличненько. Да, зато теперь ту дверочку сможем открыть, и меня это радует. Так, по миссиям у нас, смотри... Задание обновилось. С каждым шагом эта планета становится все более странной. Эксперимент КССК, который мы хотим повторить, тот, который ведет к машине, это что-то вроде вскрытия гигантского замерзшего существа. Видимо, его нервное окончание настроено на сигнал машины. Если отследить их, то можно понять, куда двигаться дальше. Ты чё? Прости, не в туда. Не в ту дверь. Чё застрял-то там? Поехали. Оба! О! Ну, короче, ты используй сейчас этот торсионный. Давай. Тогда у нас останется по одному. Шикарно. А я что-то не понял. Что ты не понял? Как такая шляпа получилась? Какая? Почему у меня нету... Чего? У меня нету ни нижней этой, нижнего модуля. У тебя вообще другое оружие. У тебя зонт. Вот такое у тебя оружие. Ну? Ну, выбери в другом слоте твое оружие. Нет, у меня его там. Ну, значит, в сейфе было. Ну, ладно. Как у тебя нет? Ну-ка, покажи. Ну, ты просто поспешил, скажем так, и вот этот зонт, который мы с тобой создали, ты его разместил в слот, где у тебя было до этого оружие твое. Да? Ракетикс, да. Ну, ничего, придется ладно. Терпеть, придется сейчас без ракет. Придется повоевать действительно. Таракан, тараканы! Ты чё расстроился-то? Let's go. Ну ладно, давай. Правда, пусть назад не обещает быть легким, это тебе сразу говорю. Но у тебя вот эта пушка тоже неплоха. Главное, до станка, да? Дойти. Ну вообще, да. Плохой замес. Так. Окончательно их разбомбить. Готовься. Не добежал. За мной прямо идешь, Дим? Да. Давай, побежали. Так, мы все равно аккуратно, аккуратно следуем с тобой. Так, здесь смотрим. Вот нет у нас. Нам... Да. Куда, 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 куда? Правей, правей, бери. Бери правей, потому что... Ну, я сразу с тобой нам бегу. По тому же фактически маршруту с тобой нужно обратно возвращаться. Напарник пришел, замечательно. Нажимай кнопочку, поехали. И ресурсы тут. А, у меня бота нет. Увы. У меня тоже нету, они все на станке. Я...
Ускоряемся, ускоряемся, мы отстаем по графику. Что за звуки какие-то жесткие? Вообще ад. Сейчас нам, наверное, через, да, через буровую платформу надо будет пробежать. Ну и там совсем чуток нам осталось. Так, боты. Слушай, приехали. А далеко мы ушли с тобой? А? Ушли далеко, говорю. Да, да. Здесь я спорить с тобой не буду. У меня 5000 почти 500 металлолома. У меня 2600. Так, у нас проблемы. Ну все, я вернул свои. Сломай ему ноги. Что там, тебе помочь? Уже не надо. Ну, зараза, а? Оу, oh, yeah. Нормуль? Жив? Разволновался такая. Жив-здоров? Жив-здоров. Ну и славненько. Да чтоб мы как-то с тобой и стазисом редко пользуемся, заметил? Таких замесов. Можно их просто приостановить и... Самое главное, ты знаешь, я вернул свою пушку, эту ракетницу. Это самое главное. Правильно сделал. В моем положении. Эй, Портнер. Как ни странно, я рядом с тобой стоял. Так. Еще один бот пришел. Как хорошо. Тот хрюкает. А, вот они. Ну-ка, ракетку запусти. С эту? Нет, сейчас дождем встанет. Ага. Вау! Я с этим разберусь. Слева смотри там. Так, у меня ракеты закончились. Ух ты! Так, ракеты, говоришь, закончились. На, раз. На, два. Перезаряжай. Ракеты у тебя появятся сейчас. Идет. Ну что там у тебя с ракетами? Ты про эти? Да, я ж тебе боезапас скинул. Блин, блин, к трупу опять полез. Кстати, эта головка очень опасная. Ты так прям не подбегай. Сзади встал, Дим. Молодец. Ну а теперь собираем ресурсы. Головка идет. Надо ходить умеет. На всякий случай. Мало ли что. Так вот кто у нас, транжира. Патроны разбазаривай. Да. Который и так на вес золота. Куда теперь? На лифт, на лифт. Да-да-да. Это 100%. Подожди, станок. А, приехал бот. Да, бот сейчас разгрузим. Наблюдательный, однако. Ну и хорошо. Можно поиграться дальше. Успел сесть-то? Успел. Куда идешь? Дай пять. Давай. Давай, на счет три. Раз, два, три. О, вот теперь хорошо получилось. Кто это? Не волнуйся. Я капитан. Ну и чё пацаны решили-то? Чё пацаны надумали? Давай, ты туда беги, а я влево. Нам сейчас нужно будет грудину раскрыть. Да это не проблема. Я каждый день это делаю. Отжимай. С моей стороны все в порядке. Подожди. И с твоей. Все хорошо там? Да. Можно и так сказать.
Так, дальше. Куда нам? Эй, подожди, у тебя что-то с твоей стороны, по-моему, не то. Все нормально, нормально, куда побежал? Откройте дверь. Интересно, мы с тобой вдвоем полезем туда? Либо кому-то можно остаться сверху наблюдать. Давай. Нам нужно с тобой проникнуть в полость тела. Сейчас, позволь я. Эй. Еще я могу задание посмотреть. Сейчас тогда туда спустимся. А, я зачитаю. Давай. Какая у нас цель по заданию будет. Мы будем искать глистиков. Так, мы почему-то остановились. So Santos, how will this work exactly? Use the gun sensor attachment to locate a nerve cluster. It should ping when you're close. And then what? Shoot a probe into it, I suppose. My telemetry should light up and we'll have the location of the machine. Finally, something simple, right? Right. Так, смотри, значит... Прицельная система зонда настроена на биоэлектрические сигналы синапсов существа. Надо найти несколько таких синапсов и запустить в них зонды, чтобы получить полную карту нервных каналов этой твари. Так что давай, выбирай вот этот зонд, который мы с тобой собрали. Выбирай ту пушку, которой ты остался недоволен. Don't worry, it's quite dead. You sure about that? Зараза, бегает! Бегает! Назад отходи. Схватил, схватил. Я тебе помог. Выбегай, выбегай, выбегай! Зачем? Перезарядка. На. Ракетой. Согласен. Давай, всади ракетой, наконец. Вот он, наш Дима. Вернулся. Оп. Isaac, are you all right? This thing's got one hell of a defense mechanism. Well, did it work? No. The signal is just a trickle. I can't get a fix on any specific location. All right. I'm gonna find another nerve cluster. Yes, good idea. That should boost the signal. Так, чур, в прямую кишку идешь ты. Я с ракетницей иду на всякий случай. С ракетницей иди к анусу. Че, нет, не тот синапс. Не то. Вот, смотри. Не то. Пошли. Во. Нашел. Готовься. Давай к клетке. Вообще в клетку забегай. Is everything okay? Yeah. Look, I want to get out of here. How's the signal? Definitely stronger, but... One more? One more. Блин, еще один синапс надо искать. Пошли. Давай, наверное. Так, да. Ты где? А, вон, вон, вижу, вижу. Давай-ка за мной. Все-таки он у ануса явно. У сфинктера, ёпта. Во, нашел. А теперь погнали нахер. Да. Вот теперь Ой, я заблудился. Давай выбегай отсюда быстрее. Слушай, у меня херня какая-то. Глюки? Да-да-да. Я уже у клетки. Это от ануса. Я потерялся. Ё-моё, давай, беги сюда. Становись в клетку, сейчас будем отбиваться с тобой. Короче, ракеты не трать, сейчас постреляем моими боеприпасами. Сейчас кучу прям тут большую соберем. Не парься, не парься, не парься.
Нифига ты их отбрасываешь. Ну а что делать? Выкидываю прям. Извини, психанул. У меня перезарядка. Нормально. Еще бегу. Ой! Кто сказал? Собирай все теперь, пока не уехали. Круто. Слушай, смотри, нормалек покидали. Полу туда, мы с тобой превзошли сами себя. Ну что, надо отсюда валить тогда? Или мы не закончили? 20 ракет у меня. А, вот, добавлю задание. Посмотрим. Так, опять. Меня обездвижили.